Детский противоправный контент – это одна из тех вещей, где мы можем объединить свои усилия. Я имею в виду граждан Казахстана, я имею в виду каждого, кто работает в пространстве интернета. То есть это интернет-провайдеры, это те, кто занимается хостингом, это владельцы сайтов, и это просто граждане Казахстана, то есть потребители интернета. И я считаю, что это как раз вот именно та такая благоприятная, скажем так, мы можем создать вместе благоприятную среду. То есть мы должны, каждый из нас, сказать «стоп» и начать это прежде всего с себя. Чем может помогать KSL? Во-первых, мы можем помогать информационно. Мы крупнейший мобильный оператор сегодня в стране. Мы можем распространять эту информацию. Но мы, помимо того, мы можем делать очень такие глобальные вещи, как просто закрывать эти сайты на мобильном интернете. К сожалению, сейчас, спасибо за то, что вы задали такой вопрос, мы не можем этого сделать на сегодняшний день, потому что существуют нормы закона, которые не позволяют нам этого сделать. Но я думаю, что все вместе, вот благодаря таким мероприятиям, которые сегодня организовала интернет-ассоциация, мы сможем все-таки докопаться до истины и в таком вот благородном деле найти отклик не только со стороны, скажем так, неправительственных организаций, но и со стороны тех государственных органов, которые должны этим заниматься. А я думаю, что это и Генеральная прокуратура, и другие соответствующие органы, которые как раз-таки обратят внимание на эти нормы закона. Потому что в других странах, во многих, в частности, странах на рынках, где работает телесанера, ну или даже в таких странах, как Россия, в общем-то, вот этот противоправный детский контент или сайты, которые содержат данный контент, они блокируются. У нас, к сожалению, норма закона не позволяет этого на сегодняшний день сделать. Это можно сделать только по решению суда.